традиции изучения разных тем и направлений не прошли даром. На интеллектуальной игре встретились ученики 5 школ, которые прошли отборочные туры и вышли в финал. Каждая из команд была настроена решительно. Мы все здесь готовились с ребятами. Некоторые темы были известны, по типу там Шекспир, Пушкин и так далее. С ребятами читали. Очень волнительно и очень хочется победить, естественно. Сидели, строчили всю литературу, готовились к ней. Вот думаем, то, что прям вот идеально отыграем сегодня. Каждой команде необходимо было одержать победу в 12 играх, чтобы дойти до финала. За множество турниров ученики разработали собственные методы подготовки. Секретом успеха своей команды поделилась Настасья Коструба. У нас каждый участник отвечает за некоторые дисциплины, и поэтому я могу с уверенностью сказать то, что все дисциплины, которые представлены сегодня в билете, мы знаем. Бессменный ведущий игры «Думай, знай, познавай» Кирилл Махров. Он занимается разработкой вопросов, большая часть которых основана на школьной программе. Чтобы хорошо играть, нужно хорошо учиться. Тематика – история, литература, география, знаменитые люди. Здесь будут даже исторические вопросы, приоткрою вам секрет, будет тема называться «Про Новороссию». Призовых мест было 5, поэтому наград удостоилась каждая команда, вышедшая в финал. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.